Кимпанин выиграл вбрасывание. А вот это, смотрите, какой отскок Монахов и шайба в воротах. И все-таки Северсталь забила в большинстве. Ну, там, наверное, за секунду уже до выхода Бурмистрова. Ну, и гол такой, понимаете, который не совсем логичный. То есть это не розыгрыш большинства, когда там вывели кого-то на бросок, разыграли какую-то комбинацию, да, реализовали лишнего. Нет, ну вот смотрите, Терещенко промахнулся, не сумел здесь выбросить шайбу. И дальше вот из этой борьбы в углу площадки. Давайте еще раз посмотрим, это кто-то передачу так сумел сделать, например, Михнов. Или, да, ну так кажется, что Михнов – это целенаправленный пас из угла на пятак. И Монахов сразу же переправляет шайбу в ворота. 1-0. Третий гол Сергея Монахова в сезоне. Ну и Северсталь выходит вперед, открывает счет в этом матче.